Те, кто остались, вижу, там уже кто-то приснул сзади, в зале, толкните человека, пусть проснется. Ну что, друзья, позвольте, я начну так. Хотелось бы кратенько чуть-чуть рассказать вам. Ну, знаете, сижу, слушаю, о чем говорят люди, много проблем. Я общаюсь в молодежной среде, зовут меня Алексей, фамилия Македон, не представился, являюсь вице-президентом Федерации полноконтактного рукопашного боя России и возглавляю молодую гвардию в городе Таганроге. Вы знаете, общаясь с молодежью, я всегда вспоминаю 90-е годы, да я думаю, вы тоже их помните. Хорошее мы помним и привыкаем к нему быстро. Но я вспоминаю 90-е, когда наша страна стояла в полном развале, когда мы стояли на коленях и так протягивали руку и просили западные страны, ну дайте нам окорочка в долг, ну дайте. И я помню такие грустные моменты, когда люди шли на работу, и они не думали о том, чтобы им подняли заработную плату, а они думали о том, чтобы им заплатили в этом году заработную плату. И были такие грустные моменты, когда люди сжигали себя заживо, потому что, придя домой, им нечем было кормить семью, и они не смогли посмотреть своим детям в глаза. Но, слава Богу, пришла команда во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. Я помню, когда он делал большие обещания, что мы удвоим ВВП, наша страна стабилизируется. Многие не верили, там, крутили у виска и говорили, это нереально. Но мы потом стали наблюдать, как шаг за шагом наша страна стала подниматься с колен. Действительно, мы удвоили ВВП. Ну, не совсем. И мы стали к этому хорошо привыкать, мы уже забыли это все. И вы знаете, вот сегодня действительно есть проблемы. И наркомания, и алкоголизм. И много проблем в молодежной среде. Вы знаете, кто, если не мы, молодежь, которая, общаясь в кругу своих сверстников, знаем эти проблемы и знаем, как их решить. И заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что я верю в партию «Единая Россия». И я очень надеюсь на Общероссийский народный фронт, что они помогут этот фронт партии «Единая Россия» вести нашу страну в правильном русле. И поддержите молодежь, она рядом с вами. Спасибо большое. Спасибо.